Змеиное дерево. Вот это и это. Это стабилизированный кап клена. Беленькая самшит. Темная гренадел. Это тоже гренадел. Латунные это вставки. Мозаичный дамаск. Да. 2000 слоев, да? Да, около 2000 слоев. Mm-hmm. То есть разные виды металлов получается? Да, да. Всегда. Металл, я уже говорил, я на этом даже знаю. У Кости спрашивал, он говорит, У8, У10 на режущую кромку, ХВГ и никель. Когда все готово, полностью вот уже рисовано, протравлено все, uh-huh. они делают химоксидирование, uh-huh. чтобы фон был черный, а потом полируют еще и получается... А это вот нижегородский, это... да? Дамаск? Это Ваня, да. Uh-huh. А упаковка тоже по дереву? Где? На упаковке. Здесь тоже, вот это тоже змеиное дерево, здесь орешек затонированный, здесь стабилка, стабилизированный кап клена. Вы это привозите все сразу из частей Кыргызстана, или он еще доставляет нет, дерево в страну? Такое это редкое. Присылают. Это все по почте. Самшит. А, вот это вот американский орех из Израиля. Эти вещи из Сочи. Много. Вот эти вот тонированные. Это... граб и зебрана, или что это? Ренги, да. Угу. Это парень есть в Майкопе. Я у него покупаю, у него цены приемлемые, присылают. Вот эти здесь брал. Вот орех из Майкопа, это эбен. Именно тот самый африканский эбен. Тяжелый, дорогой, продается по весу. Там же есть кусочки гренадила. Вообще гренадил считается исчезающей породой дерева. У него цена до 10 тысяч долларов килограмм. Вот такие вещи. Это самшит. Самшит из Сочи. Они говорят, мы из-за самшита этого живем. Когда была Олимпиада, завезли какие-то новые породы деревьев. А сняли балочек каких-то. И выбочки сожрали весь самшит. Теперь, то есть говорит, свои подводные камни, да? Да. Теперь, говорит, мы возле него сидим, убить его нельзя. Закон. И ничего. А что смешно? Вот орех. Вот этот орех, вот этот. Я покупаю Майкопе. Угу. Хотя где мы живем? Ореховые леса где? На юге. Но у нас есть закон. Угу. У меня сейчас найдут кусок нашего местного ореха. Я по статью пойду. Срок. Да. Мы не имеем права орехом работать. Поэтому я вот африканский орех есть, российский, вот этот кавказский орех. Неплохой, это просто орех. Если корень ореха, вот такой же кусочек, 300 рублей. Этот по 80, вот такой же кусочек. Угу. Так тогда что, все легально, все по закону. Конечно. И красиво. И коричневый, да, вот такие интересные формы. Я же 20 лет еще мебелью занимался. И все тащил домой. Остатки все, все, что осталось. 40 лет работать потом. Энциклопедия уже ходящая по дереву. Да, по дереву, да. Если я с кем-то разговариваю, зайдет разговор что-то о дереве, мне лучше сразу или заткнуть, еще не будет, потому что остановиться сам я не могу. Круто, круто. Все по дереву. Вот это деревянное. Это орех, да? Это орешек, да. По рисункам Герцена. Это Каныкей. Вообще картина называется «Доспехи Манаса». Красиво. Все выпукло, все. 3D. 3D на формате. Все по Герцену. Герцен умница. Такой график был. Он же самый лучший иллюстратор Манаса. Вот по его рисункам. Много у меня работ было по его рисункам. А тут просто уже по ходу добавляется что-то новое. Вот это все по талии уже отделано. Это по талии, как она называется, платина. Здесь золото, здесь серебро. Так что благородные металлы. Да. Аппаратура у вас, да, столько всего разного? Это лобзик, это пилка. Там он стоит гриндер. Это уже когда по металлу работаю, я просто его сейчас убрал. В принципе, шлифмашинка только с площадкой. Угу. Это для работы по металлу уже. А так основной рабочий инструмент вот это. И вот они резцы.
все, в общем-то, вручную. Все вручную. Ну, лучше рук ничего не придумано. Вот они. Вот эти у меня уже лет 40. Это самый лучший советский комплект был. Подшипниковая сталь. Продавались раньше в художественном фонде. Ну, ничего не отваливается. Все сделано по уму. Да, на века. Совет 75 или 76 год изготовления. Это вот уже посовременнее, это немецкое, вот эти, Германия, как мы же идут, Гербер? Гербер, вот, Бокер, а, может быть. Уже это, да. Изготовление, да, это Гербер, да. Или Бокер? Гербер. Гербер, да? Угу. Совершенно случайно, девчонка уезжала в Россию, распродавала все, пришел, сколько хочешь, ну, 1005 хочу. Ага. Правильно, столько и стоит. Берете, я говорю, у меня столько нет. А сколько есть? Я говорю, две есть. Ну, давайте. На отца известный жизнь. Здорово. Вот такой классный. Я понял, дедушки большой был. Ой, их море. Ну, там еще два чемодана. Девчал нас тоже. Ко всему, ох. А это уже для тонких работ. Это я уже заказывал. В России дорогой. По заказу делали. Сталь очень хорошая. Это не хочу. Здесь вот 1 миллиметра радиус и до. Инструмент это 90%. Лаборатория. Хорошо, все. Еще бы набрал, еще хочу всего. Все упирается в средства. Ну конечно. Нет, все дорого, все хорошее, дорогое. Аж сияет по свету. И как картины, получается, вешают, да? Шедевр. Использует. Ну, такие ножи, как картины вешают на стену? Или... Сам Дамаск вот очень это... крепкий. Да. Он очень практичный. 60 единиц твердость. Вот этим вот местом... Это одна из самых способов. Можно бутылку спокойно, стеклянную, грязную. И вполне... Просто больше, жалко. Да. Ну, жалко это, такая да. работа. Хочется так повешать, любоваться на него, как на картину. Ну, а к нему сама. Еще куча тут. Вот это все заказывать надо. Вот эти вот. Вот я сейчас покажу. Это навершие всякие. Добавочка. Это карди. Сначала заказываю восковки. Вот, потом то есть вы по ним отливаете, да, восковку? Да?